В набережные Челны поступили новые большие автобусы, произведенные на КАМАЗе. Накануне мэр Наиль Магзеев протестировал нефазы, поставленные в город по контракту с автогигантом. Начинается процедура их постановки на учет. Планируется, что на это уйдет чуть больше месяца. Когда новый транспорт поедет по городским маршрутам, расскажет корреспондент программы «Челны-24» Эльмира Гайнудинова. Город приобрел 21 автобус большой вместимости. Планируется, что до конца октября они уже начнут курсировать. А пока они ждут своего часа на автобазе горкомунхоза. Мэр Наиль Магдеев не только осмотрел новые автобусы, но и сел за руль одного из них. Проехав по территории предприятия, градоначальник поделился впечатлениями. Хорошая машина, скажу я вам. Я как инженер-механик, имею определенный опыт работы. Автобусы приобретены у КАМАЗа. На их покупку из городского бюджета было выделено более 230 миллионов рублей. Техника приспособлена для маломобильных групп населения. Транспорт низкопольный. Есть специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Вместимость его составляет 111 пассажиров, общая вместимость. Аппарель у него есть механическая для малоподвижного пассажиров, имеющий коляски и для инвалидов. Сейчас идет техническое освидетельствование и оформление новых автобусов. Но для того, чтобы полностью решить транспортную проблему Челнов, необходимо более 200 единиц техники. По расчетам, по тем маршрутам, которые сегодня у нас есть, нам нужно минимум 250 автобусов. Это большой парк, поэтому, безусловно, мы над этим вопросом будем работать. Кроме 21 нефаза, в набережных Челнах в этом году начали курсировать ЛиАЗы, переданные из Москвы. Завтра из столицы должны привезти еще 10 автобусов большой вместимости. Позднее прибудут еще столько же. В итоге в этом году автопарк города должен пополниться на 100 единиц техники. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны-24.